Так, господа, вот смотрите, магнитофон, панельку, плату электроники отключил. Запитка следующая. Плюс батарея, минус батарея. Идет через 2,5-миллиметровое гнездо, на которое я и подал питание. Соответственно, красный плюс идет на плюс конденсатора электролита, фильтры помех по питанию движка. Вот движок подключен. Вот видите, вот этот серенький проводок, оплеточка справа, белый проводок слева. И, соответственно, вот эта первая ножка, на которую подключена оплетка, она есть... Вот эта стоечка. То есть она механически замкнута на корпус. Так, как бы вам показать? Вот, вот видите клепочки. Ну, так как здесь плюс стоит, подаю сюда плюс. Соответственно, минус идет вот на это, на этот контактор. После контакта синий провод идет на вот этот контактор. И, соответственно, замыкается вот на этот желтенький. Подается, ну, в этом случае минус на вторую ножку двигателя. Вот смотрите. Включаю перемотку. Вот, включаю перемотку. Какая ерунда получается. То есть приемный вращается в обратную сторону. Вот этот вот подающий тоже в обратную сторону. В общем, непонятно. Так, тонвал вращается против часовой стрелки. Этот против часовой стрелки, этот по часовой стрелке. Так, включаю play. Опять подающий вращается против часовой стрелки. Приемный вообще стоит из-за того, что вал приемного, давайте пинцетиком покажу, вал приемного не прижат к тонвалу. Вот если его прижать, давайте, вот, вот он начал вращаться, но опять же в обратную сторону. Блок щеток в двигателе я не трогал, так что перепутать ничего не мог. Вот смотрите, теперь я сейчас поменяю полярность. Одну минуточку. Вот, смотрите, я поменял полярность. Теперь, там, где оплеточка у нас двигателя, где оплетка, там у нас, соответственно, минус. А вот по этой цепочке, через этот контакт и через этот контактор, идет плюс. Ну, соответственно, в противофазе у нас включен электролит получается. Ну ладно. Смотрим, что получается. Так, сейчас резкость. Так, вот перемотка. Отлично. Значит, подающий начал вращаться
как положено по часовой стрелке. По часовой стрелке вращается, но при перемотке против часовой стрелки стал вращаться и приемный. То есть перемотка же должна идти туда вот. Так, стоп. Так, снова включили. Да, вот видите, при включении перемотки назад почему-то вал подходит. Ну ладно, бог с ним. Так, теперь включаем play, воспроизведение. Включили воспроизведение. Опять по часовой стрелке вращается подающий узел, что неправильно. Ну, пускай якобы подмотка. А приемный вообще стоит. То есть вообще вот при включении режима воспроизведения этот ролик, который должен прижиматься к тунвалу, вообще не движется. При перемотке прижимается. Так. И при воспроизведении, смотрите, тунвал крутится, соответственно, по часовой стрелке. То есть пленка идет туда. Все как-то наоборот. Или я, может, что-то не понимаю. В общем, вот такая вот беда с питанием. Механика простейшая. Как бы вам показать? Сейчас. Вот этот вот рычажок, вот этот вот, вот, когда он идет вот сюда, вот сюда, соответственно, вот так прижимается вот этот ролик, который передает движение на приемный подкассетник. Фу. Так. Ну, соответственно, вот сейчас я с режим play включен.